Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный. Во первых строках письма я шлю тебе привет. Вот вернешься ты, боюсь, занятой, нарядной. Не заглянешь и домой, сразу в сельсовет. Как уехал ты, я в крик, баб прибежали. Ой, разлуки говорят, ей не перенесть. Я так скучал за тобой, что меня держали. Хоть причины не скучать, очень даже есть. Вот тут Пашка приходил, кум твой окаянный. Еле-еле не далась, аж на сейчас дрожу. Он 3 дня уж, почитай, ходит злой и пьяный. Перед тем, как приставать, пьет ли куражу. Да ты, болтает, получил премию большую. Чтобы это Борька наш бугай, первый чемпион. К злытню этому быку я тебе ревную. И люблю тебя сильней, нежели чем он. Да ты приснился мне во сне, пьяной, злой, угрюмой. Если думаешь чего, так не мучь и себя. С агрономом я прошлась, только ты не думай. Говорили мы весь час, ну разве что про тебя. Ты уж, Коля, там не пей, потерпи до дому. Дома можешь хоть чего, можешь хоть в запой. Мне не надо никого, даже агроному. Хоть культурный человек не сравню с тобой. Да наш анбар в дожди течет, прохудился верно. Без тебя не в моготу, кто создать уют. Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно. Если можешь, напиши, что там продают. Не пиши мне про любовь, не поверю я. Мне вот тут уже дела твои прошлые. Ты слушай лучше, тут с Лавзаном материя. Если хочешь, я куплю вещи хорошие. Водки я пока не пил, ну не стопочки. Экономлен и не ем даже супу я. Потому что я куплю тебе кофточку. Потому что я люблю тебя, хлупая. Да, был в балете, мужики девок хапают. Девки все как на подборе, в белых тапочках. Вот пишу сейчас, а слезы душат и капают. Не давай себе хватать, моя лапочка. Наш бугай один из первых на выставке. А сперва кричали он под добракованной. Но очухались, и вот дали пристаки. Весь в медалях он лежит, запакованный. Ты председателю скажи, пусть избу мою кроет нынче же, и пусть травку выкосит. А не то я телок крыть и не подумаю. Рекордсмена портить мне, накосе выкуси. И пусть починят наш анбар, ведь не гнить зерну. А будет Пашка приставать с ним, как с предателем. С агрономом не гуляй, ноги выдерну. Можешь раза два пройти с председателем. Ну, до свидания, значит. Я в ГУМ за покупками. ГУМ — это вроде наш лабаз, но со стеклами. Ведь ты мне можешь надоесть с полушубками. В сером платьице, с узорами блеклыми. Да вот по скриптам, тут стоит культурный парк понад речкою. Я в нем гуляю и плюю только в урны. Но ты, конечно, не поймешь там за печкою. Потому ты есть кто? Темнота, некультурные.